наступила и вянут цветы. Легендарный санаторий Каратал в Вискельдинском районе. Куда я хочу в последнее время уже, наверное, месяца три, наверное, в такие места, где есть такая тишина, и от этой тишины у меня аж уши закладывают. Настолько непривычно. На недельку бы забуриться в такое место и просто полежать, потусоваться, не залазить в интернет, не читать ничего, эту информацию всю, которая поглощает мою голову и меня самого всего. Меня удивила эта надпись «Компьютерное вытяжение позвоночника». Долго лежать надо? Нет, 20 минут только. Алакольская грязь? Да. Ого, отсюда с Алаколя привозят грязь, что ли? Так, фитобочка. На пару вот фитобочка, которые все знают, сразу поймут. Физиотерапия. Тут электромассаж, светотепловая ванна, долго, да? Полимак, Алмак. Тут аппаратов их много очень. И у кого что болит, и вы, получается, определяете. Именно по состоянию здоровья, поэтому за ним можно. В общем, вот так вот выглядит. Амплипуз, вот новейший аппарат Полимак, Алмак. Ингаляция. Это тоже относится к пальмарнику. Как ощущение? Покажи, такое ощущение, как будто кто-то в поясницу залазит. У тебя проблемы с поясницей? И... У меня, короче, от сидячего этого... Образа жизни? То, что монтирую много, и получается мышца болят, не спина. Сейчас как чувствуешь себя? Ну, сейчас, в принципе, нормально, но ощущение вот, в начале как-то странно, необычно было, сейчас прям по кайфу. Это парафин? Угу. И им лечится, получается, что ли? Да. Это типа грязелечение? Нет, это не грязелечение, это нефтяная продукция. Нефтяная продукция, прикольно. Да. Вот так вот, да, по пакетике, она готовая, видите, она вот такая, мы его готовим. И для чего ложим, вообще, какая полезность? Ложим для, для суставов сустав они. Получается, смягчает, да, и... Боли снимает. Кровообращение. На самом деле здесь круто. Просто мы не стали многое показывать, потому что во многих кабинетах люди там... Ну, грязелечение, да, мы хотели снять грязелечение. Там, представь, ты заходишь, а там грязные тетки такие голые. В общем, знаете, народ, приезжайте, сами отдыхайте. Максимум здесь можно отдохнуть 10 дней. 7,5 тысяч. 7,5 тысяч в день стоит здесь отдых. Увидите сами все это своими глазами, ощутите на себе, отправляйте сюда своих мам, бабушек, дедушек, да, отцов. Да, кстати, вот именно, мне кажется, это санаторий именно для санаторий. Да, там столько всего полезного, столько больше, процедур, да, для взрослых, столько, да, электрический, там, не знаю, нефтяной, не нефтяной, грязи, ручной массаж, там, короче, не пожалеете, в общем, сделайте приятно для своих родителей. Санаторий Каратал. Обычный дикий сорняк. Мы лезем сюда, но такая красота, мне нравится такое. Это у нас дорога в Текеле, вот здесь санаторий Каратал, дорога на Жендек, получается. Как они называются? Я не знаю, как это называется, но у это... дома они росли такие. Да? Да. Слушай, сфотай меня здесь, а? Сфоткали? Да, сфоткай меня. Нас встречает в жильцу сам Аким. Ох, вот что я хотел. Я хотел Ниву всегда. И нужна в последнее время Нива, да? Мы заехали теперь на горную местность. Это классно, блин. Что я хотел по Ниве, по таким дорогам, по ухам. Молодость отнакунка. Когда поедем в Тулебаев, типа сажу на УАЗик. Давай, обязательно тогда на УАЗик. Найди мне УАЗик. Я офигею просто. Там найдем. 15 гектар яблоневого сада. Я не устану это повторять. Ну что, попробуем яблочко. Блин, я не знаю, может, я голодный, но таких яблочек я не ел уже давно. Вот это настоящий яблок. Просто красота, я не знаю, я не представляю здесь. Что здесь происходит весной, когда все это покрывается другим цветом? Что здесь происходит летом или осенью? Настолько все аккуратно, настолько все чисто. Это такой огромный, просто большой труд. И я устану, наверное, идти, потому что
Действительно, сад очень-очень огромный. А уже ЦУ, Ескелдинский район. Эти яблочки просто на земле лежат здесь. Бесплатно почти, бесплатно. Яблочки на снегу с розовой нежной рожей. Это яблоко просто со мной уедет Салтыкурган, наверное. Такие красные-красные яблочки. Прям как знак стоп на переезде на Абая. Дай мне тоже. Дай еще. Нам разрешили здесь яблок с собой, ребят, забрать. Небольшой лайфхак, если у вас с собой нету ни пакета, ничего, чтобы собирать яблоки. И у вас есть кофта с капюшоном. Еще я вот карманы набил. Короче, мы счастливые такие, отсюда отвалим. Яблочки на снегу, яблочки на снегу. Я обязательно приеду сюда летом, на следующий год, дай бог. И обязательно мы приедем сюда с фотографами, с девчонками, наверное, чтобы здесь сделать шикарную фотосессию. А здесь сделать ее можно. Просто легко. Секрет. Ходи, секрет. Джимуша Сагурат. Вот тебе секрет. Да, самое главное, Тимудар говорит. Я. Тимудар, Джимуша Сагурат. Казан, я мне алмагашка су сам жирм. Мен джасын бағылар жатыран. Ертен көрем, бір сүгін өлім. Я. 70-ші дейсіз? 70-ші. 70-ші, аға. Квадроциклмен шауыз. 73 года агашки, он поливает на квадроцикле. Блин, я не умею на таком ездить. Сад существует с 91 года.